Ну и отметим, конечно, передачу Попова. Вот тот случай, когда надо было действительно играть в свободную зону. И вот здесь от одного, от второго, кстати, три упали, кегли. Просто кегли упали, и никто не успевает еще и удар Жано накрыть. Тот аккуратненько в противоход мини мяч в верхний угол отправляет. И посмотри, Жано все видит, он даже не смотрит на мяч. Вот эта техника, вот это управление телом и чувство мяча. Он даже не смотрел на мяч, он понимал периферически, где кто. Он даже и на ворот не смотрел, тоже он понимал, где они находятся.